начинается Самара? Думай, 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 думай. С того, что у меня опять отвалился глушитель. Колхоз ремонт, блядь. Самара от меня так все дальше и дальше сейчас становится. На 1000 километров и отломанный глушитель. Ну а хоть решетка Белград радует. А какая крылая. Заехал в крафтовую мастерскую по упаковке подарков. Really getting ready for the revolution, real the rotten rhythm, ring around the Russian Ronda Rousey resort. Serve a simple cinnamon assembly that's smoking like a sheet of Sudafed. I'm swiftly swimming like a seahorse. Kitties on the teller, that'll toe tag. Terminator gun inside a turtle tattered tote bag. Thugs are un-American, unattractive, and a wanted as an ugly pair of Uggs. A vivid, evasively venomous with the wicked wombats. Only welcome with women is getting xenophobic. Красава, давай. Сергей, а вот с этим еще можно что-нибудь придумать? Сейчас все сделаем. По красоте. Ничего себе! А так можно было? Так нужно было, вроде. Так нужно было. Сейчас покажу свою команду. Ну, не ожидал я, что день рождения начнется вот так, с такой поляны. Поздравляю, Сереж. Спасибо, спасибо. Приятно. А все, простава уже была, да? Да, ты можешь покрывать. Самара! Поехали! Погнали! Это Цанкбургер. А в острове оригинальный. Оригинальный. Это дорога к себе. Рождение, ты являешься частью большого оркестра. Это дорога к себе. Позовите металла, мне вино надо делать буду сейчас. Ну и дурак. В столовку пойдем, какая-то тарелка. Как день рождения? Рататуй. Вот этот приятненький ценник. Только рис и свекла. Серег, очень дорого у вас вышло, да, походу? 215. Ничего себе, зажравшиеся. Ну, вы что там в своем Красногорске? Совсем что ли охренели? В честь дня рождения просто можно. А, в честь дня рождения ужин. Буду в Пензе, позвоню. Алло, Руслан, да, я не могу сейчас говорить, я в Пензе. Я перезвоню тебе в Пензе сейчас, да, да, в Пензе. Не-не-не, давай, давай, ага, на созвоне, давай, Руслан, ага, давай, братишка, давай, давай. Все, давай, до скорого, буду в Пензе, позвоню. Просто город Сызрань. Что это вообще? Какой город нахрен? Что это? Это сталкер, что какой-нибудь снимают? Его праздник привезем с собой. Это хорошо. Да-да-да. Вот этот, да, за да, этот, да, а тот ближе к черному. Да-да-да. Вот, один, кстати, лишний, да. Значит, что у нас есть в Сызрани? Дома, сосны и, сука, яма, в которую я заехал. Такое ощущение, что по капот. Ну, реально, здесь так красиво, я перестаю дышать. Красавчик. Пиздёшь, пиздёшь. Во, согласен. Погнали. Давай. Сегодня знаменательный день. У Сергея сегодня день рождения. Прям вообще рви. Ах, я люблю жрать просто. Давай, да. А ты долго упаковывал? Нет. Это фламинго? Да. Заебись. Розовый фламинго, дитя заката. Розовый фламинго, здесь танцевал когда-то. Сергей. Ой, как неожиданно, да? Как приятно. Мы все поздравляем тебя с ребятами. Все ребята. Загадывай желание. Загадывай желание. Чидё, где хуй ЦСКА такой? Ты погасила свечи! Загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание. Этот вечер он провел с тобой. Джон, вокруг одни узкоглазые, Джон. У меня нет ноги, Джон. Че, гонит, блядь? Рядом, блядь, давай. Чего, блядь? Че нам по Вьетнаму-то? Чего по Вьетнаму-то, я тебе расскажу. Есть там из фильмов, из книг или еще что-то? То, что все говорят, что Ельцин говорил правду. О, мы же время 5:40. Все еще, походу, спят. А мне пора бегать. Он прилетел. Прицепился он словно клещ, но его маленькая штучка.
по разметке. Какой потрясный чудо, мне выпал по жизни счастливый билет. И пусть он рад и уж... Знаменитые Жигулевские горы. Говорят, там водится Жигуль, питается пивом жигулевским и барабулькой. А ты точно заводящий? Да, можете уже снимать штанишки. А Витя выйдет? Там вообще помнит, что не приехал. Как ты это относишься к Гродновской фуд-фабрике? А тарелку зачем тебе давал, брат? Так, приборы дай ему, подожди, он без приборов не может. Делай. Давай. Е-бой. Иди отсюда, слышишь? Кислорода. I'm American. Кто американцы привел? Американец, иди отсюда. Мы Толика любим. Все нахрен сгнило. Ладно, тюнинг остался. Ну да, да, да. Как день рождения, Рит? Сосим, кутим. И чумового настроения, и никаких очередей. Маленькая Италия, да? Серега, смотри, аж за ушами трещит. Вот что в дошку уже кладут. Вот это я понимаю, в Самаре такое продается, такой эксклюзивный. Вон миска сколько. С женским мясом дошек. Странно. Выпустили прям сразу после футбола. Понял. Так, в общем, когда мы будем в Московской области, мы точно заявим, поверю, что, нас выпустили. Что нас выпустили, и ничего, и спайсы не подкинули никакие вот эти. Воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю. Что любить могут одни девчонки. Незабудка, твой любимый цветок. Воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю. Что любить могут одни девчонки. Незабудка, твой любимый цветок. Воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю. Да и не еду в Сербию, Сербия едет ко мне. О, хорош, давай. С днем рождения. Спасибо. Бред, ну. Будешь? Как хочешь. Давай, давай. Ричка, день рождения, день рождения. С днем рождения, Рита Лут, давай. Поздравлямба. Я вообще испугался, что не то выбрал. Ты же сама ссылку прислал. Да, кстати. Китайцам это скажи. Молодец, что не ошибся. Давай. Молодец, все, что сказал. Организовал подарки. Недорого. Боянист, тамада, подарист. 5 утра. Выписались из хостела. Ты не покакал? Блин, так плохо. Я прям чувствую, идешь тяжело. В горку сейчас. Еле идешь, да. Серег, я ставлю хостелу огромнейший минус, потому что мне пришлось выбирать из одного вида чужого шампуня. Давай. Как классно. Это почти встречка была, поэтому тебе.
встречка с чем? С водой? Здрасте. А пирожки с чем остались? Тихо, стой. Да. А потом, кто будет видео лепить, слепил, типа, ну, клевый момент, когда нас всех раскидало здесь кишки по всему салону. Помыли хоть не машинку. Да, спасибо. Крылык. Трип закончился. Нормально угорели. Самара еще больше угара.